Как-то давно я попал на стрим Мехакера и в качестве зрителя решил поучаствовать. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Ебо! Это Кирна написал, оказывается, окей. Да, я. Бум. Ой, я на первое место переместился, но недалеко. За тебя сколько ты проголосовал? По-моему, двое. Ну, у меня очень какой-то странный был с горем в плане. Погоди. Вы поняли? Сначала комментарий, а потом к нему надо будет, типа, это, товар придумать. Вот вам четко задание написано, вы на него отвечаете. И потом четко второе задание написано. Так где, блядь, четко хуета полная, блядь? Где четко-то, блядь? Ну ладно. Что-то Ну не странное. бринки, мне хакер все читает, просто иногда он это увлекается процессом игры. Так, Кирна, давай, что там? Я Не голубой. придумал ничего? Я написал тоже. Так. Чтоб такое смешное придумать. Я не знаю. Я тоже не знаю. Я какую-то хрень написал, непонятно. Пусть будет так, не знаю, на Ну, точнее, лайтовая. это вроде как по смыслу, но вообще не смешно. Не смешно, да, лайтовый вариант, мне Я не нравится. могу, я не придумал ничего. Давай, Давид, сосалку юзай. Тут нету их. А, да? Я не Это знаю, он. я не смог ничего к этому придумать. Она Вроде. может в конце автоматом тебе поставится как-то. Может. Вроде такая благодатная почва, ничего придумать не. Так. Сделал капкан, а батя наступил на орал и сказал, что медленно. Что? Блицо для кактуса бессмысленно и беспощадно. Так. Туалетный утенок. Аромат и рот рос прекрасно. Ароматы ртов. Белые кроссовки, раздета до гола. Вот Чё? это у меня. А, ну то что они белые. Я не Блин, успел. там много чего можно было придумать. Вот именно Диван это. из Икеи, он мягкий, а бус. Что Нет, там в оригинале было, интересно? это смешно. А, там Про просто меня был что-то? вопрос про мой диван. Замороженная человеческая шея. Мне нравится, как она хрустит. Неплохо. Кока-кола с вкусом Ебанутый, ягод. блядь. Отличная газировка, но портит одежду, что ли? Коробка носок. Постоянно мятые посылки. Что-то такое. Видимо, тоже не успел написать. Наверное, да. Так, ну шо, шо бы я... Я бы, наверное, вот за это проголосовал. А за что бы проголосовали вы?
за поправки в конституцию. Ну, интересно, как было... Бля! Я, блядь, не знаю, что не проголосовал, блядь. Когда шутки смешнее вне игры, да? Да, шутки по поправке в конституцию. Ты что, уебищный вопрос? Да просто жесть. Кто это, интересно? Кто это сделал? Имплидимон? Это кто вообще? Он с нами играет? Да, видимо. Отзовись, человек, который является вот этим вот. Имплидимон. На коде был вопрос, что написал раздето до... Он первым становится. Ну, потихоньку поднимаюсь уже на серединке. Я начинал вообще с одного очка. Флаттершай, что ты... Как обычно. Итак. Ну, сейчас самое лучшее, блядь, с фотками. Это четко. Допустим, так. Блин, сейчас мне, кстати, такой вариант. Так, что-либо просто выбрать из двух. Ладно, это может быть смешно. Согласен. Пусть будет так. Привет, я Марк, полезная закладка. Найти меня по GPS-координатам в парке под корнем дерева. Это я уже от себя добавил. Так. Давид. Кирна ответил. Да, вот так сделал. Напоминание расследовать убийство Сережи, нихера себе. Так, кто-то еще думает у нас. Вот этот, который хуй тут. Сверхразум, да. Давай, у тебя еще 17 секунд. Десять, девять, восемь. Хорош. Так. Это мой будущий обед. Я бы такого не съел. West Team. Наконец-то бывший какая-то польза. А кто бывшая? Бревно на него. Чайдер на ней развелся, да? Не знаю, мне кажется, смешно. А, бревна типа, точно. Мы едем к тебе отжимать твою хату и корову. Так, Имплидимон. Отдыхаю на море с своим бойчиком. Кирна. Я ж нечаянно чихнул, овчхи. Неплохо. Актуальненько, актуальненько. Давид Сланов. О, вишневый семерка, неоновые пары. Ну почти. Розовый джип. Феникс. Тоже тачка какая-то. Везу бабушку на кладбище. Сука. А чё она такая маленькая? Мистер Беларус. Открыл для себя порно. Ладно. Какой мистер Беларус. А это уже какой-то обаян. Блин, слушай, неплохие варианты. Так, ну шо, за что вы проголосовали? Блин, ну я, пожалуй, за это проголосую. Ладно, проголосую за это. Реально прикольные варианты. У меня уже горло боит смеяться. Горло? Ну да, это супер вариант. А за мой вообще даже зритель не проголосовали. Ноль, просто ноль. За меня хоть кто-то проголосовал. Кстати, спасибо этому больше проголосовали. А кто это? West Team. Немножко белорус получает.
И в итоге побеждает Имплдемон. 206. Неплохо. А я начал... Молодец, что победил. Последнее место на второе вырвался просто. Лучший тролль. Кайф. Ну хотя бы так, хотя бы так. И в ад нахуй. Я же говорю отправиться. Отыгрался за всю игру. Кирна пишет ответы дольше всех. Жиза. Жиза, вы что-то по статистике что-то будет? Да, мистер Беларусь лучший тролль. Серьезно? Почему-то. А у него это значит тот, кто к него ответы придумывал вопрос? Больше всего за него проголосовал в сумме, наверное. Кирна, полное унижение. И пишет ответы дольше всех. Все, по кругу пошло, да? Шо ж, что дальше у нас там еще есть? Бахидауха. Прикольный режим. Мне он нравится куда больше, чем выжить в интернете, хотя там тоже есть кайфовый режим с фотками. Поехали. Раунд первый. Давид выбирает у нас первую категорию. Давид Франкенштейн. Интересно, интересно. Давай посмотрим. В оригинальном предисловии к роману Мэри Шелли «Франкенштейн» автор рассказывает, что идею произведения ей подсказали... Окидоки, пусть будет... Так. Надо ввести ложь. Ну вот в этом режиме есть сосалка. Но с толку от нее. Тут проще самому вводить. Идею произведения ей подсказали. Ребятки, время, скорее, скорее, скорее. Кто-то один не успел. Кто там? Таня? Дай-ка угадаю. Не успела. Нет, Таня. Ну спасибо. Ага. Однокурсники в то время. Даже не знаю. Но вот этот вариант хороший, мне нравится. Если это неправда. С это того сам... света. Феникс. А это вы Steam лжет. В баре. Жжет? Давид Сланов получает 1000 сразу с небольшим. Операции по пересадке это то. Нет, это неправда. Это ложь зрителей. Вот почему так естественно звучит. Ящерицы. Никто не отсыпал. И ладно. Почему? Немножечко же зрители отсыпали. Друзья. За такую хуйню голосуете? Серьезно, блядь? Феникс. Это правда? Нет, это Феникс. Это мило. Лягушачьи лапки, вот этого, наверное, да? Да, я хотел за это тоже проголосовать. Лягушачьи лапки? Ну, чуть странно, почему? Лягушки продолжают жить после того, как... А, лапки продолжают шевелиться после того, как... А. Ну, короче... Довольно мерзкий факт. Давид выходит на первое место. Ебой. Феникс убирает. Как будто в GTA Online зашел. Надеюсь, он не будет. Стройматериалы. Интересный выбор. За кирпичи. Greenbuild – это компания, которая производит огнестойкие, экологически чистые строительные материалы, изготовленные из... Из чего? Огнестойкий, экологически чистый строительный материал, изготовленный из... Блин, какую-то хуйню написал.
Надо было написать другое что-то. Лучше так, чем спасалку. Кто-то один опять не ответил. Я вроде ответить успел. Так. Огня и экологов. Нормально. Так, чего же это может быть? Мне вообще никакой ответ не нравится. Блин, я даже не знаю. Все, что здесь не горит, это каменные породы. А, ой, что? Мне не дали... А, мне дали выбрать, всё. Я испугалась. Хороших лепёшек, это Вестим. Да, даже написано лепешек. Объясните. Торфа, Феникс, Анатолий... А, блин. Я из Беларуси, просто котов есть. И опять никто... Почему вы выбрали коровьи лепёшки, но не выбрали навоз, блядь? Что за логика, я не понимаю? Каменный породы. Это Кирна, хорош, собрал. У меня хакера спиздил. Огня и экологов, ну понятное дело. Блядь, но зрителям понравился этот вариант. Бутылок. Это неправда. Это Феникс. Тоже получает. Неужели нанороботы? Ебать. Не-не-не-не-не. Нет, Давид. Сахара? Конопля. За это даже никто не проголосовал. Конопля. Конопля. А, конопля? Огнестойкий? Конопля не горит? Подожди. Странно. Так, давайте не вынесем. Максимально неясно, почему так, блядь. Так, ну у меня ладно. Пока все очень-очень плохо. Все голосы какой-то хуйню, блин. Ого, ебать, так, на первом месте. МЛП Димон. МЛП Димон выбирает категорию. Злые демоны, так. О, понятно. Канамара Мацури – это ежегодный японский фестиваль, основанный на легенде о злом демоне. К счастью, демон был побежден благодаря... Блядь, так и хочется сказать, старому советскому. Блин, наверняка половина из вас знает это. Но я нет. Я надеюсь, многие знают этого человека. Господь. Что, блядь, почему я вот это хижу вообще вписать сюда? Объясните, блядь. Этот почти такой же. Вообще не ясно. Я не думаю, что там какой-то конкретный человек будет. Мне кажется, даже старый советский было бы прикольно. Интересно. Хуйные варианты, блядь. Мне кажется, я выбрала. Так, я не успею, вот не этот время. Вариант звучит, как будто не мог это кто-то из вас написать. Это либо ложь зрителей будет. Угу. Проливной дождь. Да. Ложь зрителей. Ладно. Мечу. Вестим. Феникс. Ну, как-то слишком просто. Семи самураям. Спасибо, МЛП Димон. Это моё. Не угадал. Рису. Yeah. Давид Сланов проголосовал, а это Кирна. Неплохо. У меня времени не оставалось. One Punch Man. Таня. Я просто это аниме смотрела. Вере в Бога. Господи. Анатолий. Никто не поверил в Бога. Просыпающийся Сакури. МЛП Димон, неплохо. Ты не поверил. Это ты спасалку нажал или нет? Да, 250 очков дали. А, понятно. Поэтому так, естественно, звучит. Сатоси Накамото? Вестимул ждёт. Серьёзно? Никто, блядь, не проголосовал. Лол! Самый неочевидный вариант оказался правильным. Это правда? Я думала, типа, кто снова про письки шутит? Ты серьёзно? Это демон в виде вагины, сказали. Я поставлю это без комментариев. Ой, я первый. Опять на тхите место. Раунд второй. Так, я выбираю категорию. Ну пусть будет, например, слишком много.
Если вы живете в графстве Вашо, штат Невада, вам поможет, может потребоваться специальное разрешение, чтобы иметь более 7... Пени во лбу. Кстати, прикольный вариант, мне кажется, было бы пиздато, если бы это... Если было про Россию. Графство Вашо, штат Невада. Потребуется специальное разрешение, чтобы иметь более 7... Ну, я написал ебеница оружия. Что? Оно... Ну, это ж США, блин. GTA. Мне кажется, звучит так, правдеподобно. Ты нажала? Да нет, я все правильно нажала, оно мне сейчас... Так. Семи-семи. Нихера себе. Вечеринок в год. Блин, слушай, звучит неплохо. Придворных. Блин, слушай, много... Много хороших вариантов. Даже не знаю. Не найдешь на самом деле еще правду. Так он в доме. Это Кирна. Ну, немножко подсыпали. Неплохо, да. Единица оружия. Это в Steam. Детей. Спасибо в Steam. И мне так это же логично. Зачем за тебя спать? Не-не-не, нормально, все в порядке. Вот тут нормально. Верблюдов, Таня. Никто не поверил в верблюдов. Полотенец. По-моему, полотенец или нет? Да, да. Какие нахуй верблюды, что это не вода? Придворных. Это не то. Это Давид. Хорош. Полотенец А, блядь, написано было. Семей. Семи семей. Ясно. Феникс. Ну, немножко зрителей поверило. Животных в доме. Тоже не вы знаете, я хотела написать котов. Животных, мне сказали, слишком близко к правде. Мне кажется, котов, походу. Так, ага. Котов. А он мне говорит, слишком близко к правде. Странно. Семи котов. Эх, надо было собак написать. Так ты котов написала? Да. А, ну надо было кошек написать, например. Так, ладно, и в итоге Кирна на первое место вырывается. Я упал, что не ну не надолго я вырвался. Да-да. Да-да. Так, какой-то специальный вопрос про знаменитостей. Глубокие мысли. Чё у вас? Тут пизды. Блин. Тут столько приколов можно с этим, блин, сделать. Это просто легендарно. Пусть будет так. Мало времени быстрее отвечать. Почему я везде хочу пошутить про старые советские что-то? И еще этот любовь. Пришел и не уходит, этот любовь. Преклон, преклонный возраст. Ну пусть будет так. Блин, хотя, наверное, вот это. Опять не ответил. Мне кажется, что кайф на самом деле. Или нет? Спасибо. Опять Таня вылечила. Анатолий получает... Твоя любовь к преклонному возрасту. Не знаю, преклонные, мне кажется, тоже слепость, немножечко дали. Не претендую на правду. Преклонные, вообще-то преклонные. Вот. Ну Steam да. Steam получает тоже... О, Михакер. Феникса еще ответ, окей. подозрительно. Серьезно, блин, одинаково ответили? Нет, это все-таки Год. Нихера себе, 4 человека сразу. Ну, видимо, это топ-1. Серьёзно? Да? 10 тысяч IQ. Кот! Серьёзно? Чё? Я хотел сначала написать... Нет, это хрень полная. Мужик придумал. Год, блядь! Серьёзно, вы выбрали год вариант? Да. 8. И еще этот год пришел и не уходит. И что мне с ним делать?
Ой, я выбираю. Еще пока держусь. Мой мозг говорит, блядь, я нихуя не понимаю в этом мире, до свидания, нахуй. Анатолий выбирает тему «Застрахуйся». В начале 2000-х лондонская страховая компания «Грипп» заработала около 4 миллионов фунтов, продавая необычную страховку, защищавшую людей от... Я, по-моему, такой вопрос когда-то был где-то. Пси-излучение. Четыре миллиона фунтов стерлингов. Продавая необычную страховку, защищавшую людей от... Ну не защищавшую... Сейчас 10 тысяч человек напишет про инопланетян же. Коронавируса, да-да-да, сейчас мы сразу так и поверили. А прикинь, реально. А ну блин. Я вот так выберу. Ну гриб же название, даже гриб. Интересно. Ё-моё. Надо бонус от гриба. Итак. По сравнению сил. В Steam повелся это Давид. Да. Получает косарик. Геев. Никто, кроме немножко зрителей. Феникс. Конца света. Никто, серьезно? Даже зрителей меньше. Ну да ладно. Чтение их мыслей. Ложь зрителей, ни хрена себе, сразу трое повелись. Плохо так. Снегопадов. Анатолий получает 2000 долларов. Спида. Спасибо. Да нет, Steam. Я думал, это сосулик. Сосулик. Не, сосулик это моё. Кирна, чуть-чуть зрителей. А, неужели... Инопланетян? Да, инопланетяне. Коронавирус даже учитывать не ставили. Чё? Не ставили, то есть. Уж этого тогда ещё не было. Блин, почему самые тупые варианты, это правда? Чё за рофл? И в итоге я ещё ниже спустился, окей. Ну, а я хотя бы выше тебя чуть-чуть теперь. Финальная бредовуха. Итак, собирайтесь съездить в Чарльз-Сити, штат Айова, обязательно посетите ферму Марка Куна, где он в точности воссоздал что-то из чего-то. А, ни черта непонятно. Он в точности воссоздал что-то из чего-то. Старый советский. Что-то из СССР. Блин. Вот так вот сделаю. Что, блядь? Почему я и так ответил? Объясните мне просто. Пусть будет так. Интересно, кто-то за это успели бежит, все ответить? Так, чисто ради рофла. Ага. СССР из говна и палок. Так, это не... Статуя свободы из соломы, статуя свободы из соломы. Фирмы из России, что ли? Хера себе. Ну пусть будет так. Пускай будет так. Что за поросенок Джон? Не знаю, рандомный поросенок. Локальные какие-то шутки. СССР из говна и палок. Ну, понятное дело, никто, кроме зрителей, которые поржали, наверное. Супергерой из Бен 10. Никто. Кирна. Вообще считается вроде как Бен 10, а не Бен 10. Сцену взрыва Звезды Смерти из Звездных Войн. Это ложь зрителей, блин. Нафига не поверил. Амбар из поросенка Джона. Серьезно? Это... Огромную корову из сена. Что сейчас все правильно ответили? MLP Димон получает 1.5 косаря. Ай-яй-яй. Статую свободы и соломы, спасибо, пацаны. Насыпали мне трешечку. Вот кто подумал об этом вместе со мной. Из навоза и соломы. Я не хакер наебал.
Давид, статую людей из кукурузы. Блин, как они Феникс, здесь? Полтора косарика. Теннисный корт из Умблдона. Серьезно? Нифига себе. По 3000 пацаны получают. Откуда вы знали? А тут остальные варианты странные. Одинаковые варианты. В итоге Кена на одинаково. Первом месте, я на четвертом. Я на третьем с конца. Неплохо. Я на втором. Ну, зато раньше дольше всех отвечал. Ну что ж, друзья, спасибо, что посмотрели этот стримчик отдельно. Спасибо всем, кто донатил. Не так уж много донатиков, ну да ладно. Самый залайканный. С вами были Михакеры, наши подписчики. И всем пока. Завтра у нас будет перевод на основном канале. Сегодня я его не успел выпустить. Уж извиняйте. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, чтобы не пропустить. Анонсики все там выходят. Там есть специальная рассылочка. Все, всем пока. Подписывайтесь на Михакера. Юмориста, юмор, спасибо.